Представители Русского географического общества в Нерюнгри создадут туристический клуб. У участников районного отделения РГО еще масса идей и планов для их реализации. Местное отделение Русского географического общества создано, чтобы дать возможность нерюнгринским любителям туризма реализовать множество увлекательных проектов, которые имеют большую социальную значимость, так как пропагандируют здоровый образ жизни, любовь к родному краю, интерес к его истории. Общество проводит экспедиционные, научные, краеведческие и другие виды работ. Важным направлением является работа с молодежью. Туризмом можно позаниматься один раз, и ты сразу поймешь, что не твое. Поэтому останутся в этом клубе только те, кто действительно, кому действительно занятия туризмом по душе нравится, и они это дело любят. Представители местного отделения Русского географического общества выступили с предложением открыть на базе технического института филиала Северо-Восточного федерального университета в городе Нерюнгри туристический клуб с дежурным названием «Высотник». У нерюнгринского района большой потенциал, поэтому члены организации уверены в том, что работа отделения будет плодотворной и интересной. Это не только восхождение, не только пешие походы. Мы разработаем целый комплекс. Это будут у нас и сплавы. Наш по горным речкам, наш район, он богат на это, да, поэтому я думаю, что это будет очень-очень интересно. Представители Русского географического общества считают, что поход сам по себе имеет довольно большое образовательное значение. Ведь если изучать текст только по учебникам, то трудно рассчитывать на возникновение большого интереса к спортивному туризму. А в путешествии все это познается само собой, оставаясь в памяти. И хочется вновь и вновь испытать незабываемое мгновение общения с природой. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.